День Героев России – это памятная дата, которая отмечается в нашей стране ежегодно 9 декабря. Эта дата была утверждена Государственной Думой Российской Федерации в январе 2007 года. Она посвящена чествованию Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, а также кавалеров Ордена Святого Георгия и Ордена Славы. В этот день учащиеся Игнатьевской школы провели акцию, приуроченную к этой дате, под названием «Всем ныне живущим, чтобы помнили, гордились, хранили». 9 декабря проводится всероссийская акция «День Героев Отечества». Наша школа не стала исключением. Мы чтим память всем героям, павших не только в Великой Отечественной войне, а всем во всех войнах, которые проходили на территории России, Царской империи, Советского Союза и нынешней России. Наш класс, 9 класс нашей школы, подготовили фронтовые письма с информацией о том герое, который является земляком нашего хутора, Кардашов Василий Алексеевич. Он является кавалером орденом трех славы. Мы разносим эти листовки в честь погибших. Такие мероприятия необходимо проводить во всех школах и вообще среди подрастающего поколения, потому что они равняются на них, и они берут пример с этих героев. Не только те, которые показывают по телевидению, заграничные, зарубежные, но в первую очередь необходимо, чтобы они брали пример с наших земляков. Ученики 9 класса возложили цветы к памятникам погибших великих Отечественной войне, поздравили прохожих с праздником и раздавали памятки о героях. Как один, те, кто брал Берлин.